Ребятки, хелло, как говорится. Вы просили будущее, вот оно наступило. Вы хотели инновации, наконец-то, вот они. Первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт. 100% за 9 минут. Официально. Обзор, поехали. Итак, перед нами Realme GT Neo 5. Более того, два Realme GT Neo 5. Один в белом, другой в фиолетовом цвете в полной комплектации. Сейчас распакуем, посмотрим, что внутри. И многие такие сразу: опять какой-то Realme, что за компания такой? Realme, Geely, Cherry. Кстати, о компании Geely. Если бы не китайцы, в августе 2010 года, где бы сейчас была компания Volvo? Вот-вот, о том и речь. Пару слов о компании Realme. Пишется, кстати, на местном вот так вот. Китайская компания, основанная Skyli, не склоняется разве? Skyli? Так в Википедии написано. Skyli в 2018 году. В 2021 году Realme стал самым быстрорастущим производителем смартфонов в мире. Компания достигла 100 миллионов поставок быстрее всех брендов в истории мирового рынка смартфонов. То есть они уже поставили, продали 100 миллионов смартфонов. Материнская компания BBK Electronics, которой также принадлежат компании Oppo и OnePlus. Пункт номер один – это распаковка. И прежде чем мы откроем комплект этого смартфона, респект Василию за то, что помог нам с доставкой этого аппарата. А вот теперь поехали. Окей. Комплект. Смартфон пока официально продается только в Китае. Чехол. Вот, уже приятный чехол. Не какой-нибудь там силиконовый, самый простой, скрепка. А вот такой, ну как бы силиконовый тоже, но черный, матовый. Смартфон продается в трех цветах. Это фиолетовый, серебристый, а также черный. И тут у нас внезапно возникает белый GT Neo 5. Видимо, это и есть серебристый. Ну вот явно серебристый, а вот белый. Он матовый. Отпечатки пальцев не остаются, показывать будем на этом. Потому что, ну, фиолетовый что-то совсем какой-то яркий. Оно то самое. О, кстати, вот. Класс, эксклюзив. У нас есть китайская вилка, а есть европейская. И проводок USB Type-C. Но непонятно, можно ли использовать какой-нибудь простой проводок в переходе, купленный за 50 рублей. Лучше будем использовать официальный. Да, и еще по поводу зарядки. Стоит сказать важнейшую вещь. У этого смартфона две комплектации. Первая – это как раз вот с этой зарядкой 240 Вт и аккумулятор 4600 мАч. И есть вторая версия, там аккумулятор 5000 мАч, то есть, ну, явно круче. Но там зарядка 150 Вт, поэтому имейте в виду, лучше взять 4600, но будет 240 Вт. Та, что 5000, там зарядка проще, заряжаться будет дольше, хотя, ну, 150 Вт тоже неплохо. Пункт номер два. О, ребятки, написано «Хорошие новости». И… Ребятки, отличные новости от Marketplace Ozon. Да, снова. Ребятушки, прекрасные новости. На Marketplace Ozon стартует неделя марафона скидок. На Ozon новая распродажа. Прекрасная возможность купить ноутбук, смартфон, одежду или инструмент для дома со скидкой. С 25 февраля по 4 марта на Marketplace Ozon проходит пупер распродажа. Они и правда назвали ее пупер распродажа. Круче были только руки-загребуки. Но ближе к делу, в ходе пупер-распродажи скидки на основные категории товаров будут доходить до 70%. На Marketplace Ozon, напомним, миллионы товаров в более чем 20 категориях. От подгузников и пауэрбэнков до умных пылесосов, дрелей и новых кроссовок. А если у вас Ozon-карта, покупки будут еще выгоднее. Цены по карте подсвечиваются зеленой плашкой, а оформить ее быстро и просто онлайн. Также у Ozon бесплатная и удобная доставка в пункты выдачи заказов или прямо до двери. С 25 февраля по 4 марта. Marketplace Ozon. Тут мы обычно говорим что-то вроде «рекомендуем», но и так понятно, что покупать с такими скидками гораздо круче, чем как обычно. Тем не менее, однозначно рекомендуем. Специальная ссылка уже внизу. Продолжаем. Ребятки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Теперь пункт номер три – это самое-самое интересное. Спеки, экран – это все важно, но быстрая зарядка 240 Вт. От одного до 20%, до 20% там, на полдня кому-то хватает, 80 секунд, до 100% за 9 минут. У нас есть вот такое. У нас есть вот такое. О, кстати, забыли показать, что на корпусе, это важно. Во-первых, смартфон довольно тонкий. При этой емкости аккумулятора, ну, 4600, как бы немало,
классно лежит в руке, и это матовое... Так, аккуратно. Давайте сразу вот сделаем безопасно. Ну, скользит примерно так же. Что так, что сяк. Смотрите, у него вот эти уголки приподняты. Видите, тут как бы таким смайликом, типа сделано полукругом. Соответственно, раз, и у нас там вон миллиметр целый образуется. Интересная задумка. Но чехол такой же скользкий. И более того, был белый смартфон, стал черный. Снимем, покажем, что на корпусе. Сверху ИК-порт, микрофон, динамик. ИК-порт, да, для управления техникой. Качельки громкости. Сбоку у нас кнопка включения, USB Type-C, динамик. Раз, два, две сим-карты. MicroSD в комплекте нет. Но максимальный объем памяти, забегая вперед, до 1 терабайта. Так, возвращаемся к аккумулятору. Давайте сразу. Самое интересное. Тест. У нас два смартфона. Этот разряжен в ноль. Фиолетовый. Нажимаю кнопку. Требуется зарядка. Внимание. Я включаю это сюда и... Ладно, дальше. Type-C сюда. 20% должно набраться за минуту 20, за 80 секунд. И очень важно, мы до этого его уже включили и активировали функцию быстрой зарядки. Если вот там этот бегунок не работает, быстрой зарядки у вас никакой не будет. Пока ждем, вот уже включился. Расскажу интересное. Ресурса аккумулятора хватит на 1600 полных циклов зарядки и разрядки. То есть даже если заряжать его каждый день, это 4-5 лет использования. И даже через 4 года, как обещают, останется 80... Ну, пока 1%, что-то... Блин, а может он должен работать, а не с нуля? Ну, давайте вот попробуем вот так. Стоп, сброс, как будто вот сейчас только включили. Да, потому что функция быстрой зарядки работает только тогда, когда смартфон работает. Нюансов много, все как обычно. Вот еще интересно, наши коллеги пишут, что этот рекорд еще долго никто не сможет побить, потому что это предел возможности USB Type-C. И пока не придумают новый разъем, увеличить мощность зарядки невозможно. Поэтому на текущий момент гонку скоростных зарядок можно считать оконченной. В течение года подтянутся и другие производители. То есть у айфона года через 3. Раз, два, смотрим. 12%. И чё? Супербук 240 ватт. Все как надо, тут все работает. Ну, давайте, оставим. Тест идет. Значит, вот наш аппарат. У нас же есть второй, чем мы тормозим. Охлаждение. Это тоже важно. Там испарительная камера и несколько слоев графита. Безопасность всей этой истории подтверждена TUV Rheinland. Ну, вот это вот сертификат известный, который еще мониторы сертифицирует. О, кстати, вот еще одна фишка, забыли сказать. Тут вот панель такая, она мигает. Когда уведомление приходит или еще что-то такое, разные цвета можно настроить. Ну, такая плюшечка. Следующий пункт — это экран. Довольно неплохой, AMOLED, 144 Гц, 6,74 дюйма. Повторимся, в руке лежит оптимально. Ну, 6,74 — довольно большая диагональ, но так как... Тут полукруглые, обращаю ваше внимание, не квадратные и не острые, а края в руке лежит отлично. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, но гораздо интереснее. За эти деньги это начинка. Внимание, Snapdragon 8 Plus Gen 1, до 16 гигов оперативки, причем быстрого стандарта, а также накопитель UFS 3.1 в максимуме 1 терабайт памяти. Камера основная 50 мегапикселей, Sony IMX890, также есть ширик 8 мегапикселей, макро 2 мегапикселя и селфи-камера 16 мегапикселей. Тестовые фотки, поехали. Да, ребяшки, все фотки доступны по ссылке внизу, можете скачать и посмотреть на большом экране. Пункт номер 6 — это еще интересное. Стереодинамики Dolby Atmos. Ну, громко. Да, прям очень громко. Ну, качество звука такое. Смартфонное, но громко. Все, спасибо. Также ИК-порт для управления бытовой техникой. Приятная фишка. Вот жалко, в айфоне такого нет. Так офигенно. Идешь по торговому центру и пинг-пинг-пинг. А также линейный 4D вибромотор. На самом деле это виброотклик. В играх довольно удобно. Эй, что-то такое произошло. А чего вы молчите-то? 6.20. Вот, я ничего не трогал. 2,5 минуты и должен случиться мэджик. 100%. 50%. Что-то мне кажется, не будет 100% 9 минутам.
Так, пункт номер 7, это самое интересное, цены. Вот все цены. То, что нас интересует, это зарядка 240 Вт. Самая низкая цена 34 300 рублей. Но это, ребятки, сами понимаете, в Китае. В России будет дороже, потому что доставка и много разных нюансов. 150 Вт можно купить за 26 800 рублей. Но надо, я считаю, брать, во-первых, 240 Вт, во-вторых, терабайт памяти. Тогда все будет по красоте, это 37 500 рублей. Нормально, полстоимости айфона. Давайте-ка зайдем в настройки, все ли мы опять включили. Ха, ну тут еще куча всего открыто вообще-то было. Ну, блин, оно постоянно у кого-то что-то открыто. Умная быстрая зарядка работает. Все выключили, ничего не трогаем. Что-то не заряжается, чувак. Так быстро, как обещали. Ну все, все закрыли, все убрали, ничего не трогаем. 9.50 уже, кстати, уже прошло 9 минут. 73%. Давайте еще пару минут подождем. Да, ускорим там немножко. Мультик пока посмотрим. Так, ну 11 минут. Что там происходит? 80%, но явно не 100. Ребяшки, короче говоря, видите сами, мы сейчас еще немножко подождем. Результат хороший, спору нет. Но не такой крутой, как обещали. Давайте подождем. Итак, ребяшки, 3 часа спустя мы, кажется, поняли, в чем была проблема. А вы думали, так просто вот видосики писать? Всегда есть какие-то нюансы. Надпись sample, то есть тестовый образец. Что мы сделали? Мы взяли нашу китайскую вилку из официального комплекта, официальный провод, высадили смартфон до 1%, вот ровно 1%, потому что нужно включать зарядку быструю, когда смартфон работает, только тогда эта функция активна. Конечно, все это можно было бы смонтировать, подрезать, обрезать и сказать, что вот изначально все было хорошо, но постоянно какие-то приколы. Так, включили, раз, два, три, бегом, бегом. Есть. Итак, уже 1%. Сейчас, кстати, должна, вот, аккуратненько покажу вам, гореть. Да, вот мигает панелька вот эта. 21%. Пошло, поехало. Проверим еще раз настройки. Что там происходит? Батарея. Открываем. 23%. Зарядка идет. Режим GT выключен. Это выключено. Это нам тут ничего не нужно. Быстрая зарядка работает. Ну что, ждем еще 6 минут и смотрим, как оно все пойдет. Ускорим немножко. Давайте. Итак, внимание. И 86%. Ну, уже лучше, однозначно, но не 100. Однако, вот китайцы, которые тестировали одни из первых GT Neo 5, вот даже видео у нас есть, у них первые 30% набрались за 2 минуты. Короче, у них вообще другие показатели, совершенно другие. У них 9 минут и 30 секунд. Вот, было 100%, а у нас 90%. Однако в тот раз было еще хуже. То есть, возможно, в третий-пятый раз, когда батарейка раскачается, как старые Nokia, ну, я это допускаю, будет как раз 100. Давайте до 100 дождемся, посмотрим, сколько там пройдет. Ребяшки, внимание, 99. 100. 11 минут 13 секунд. Что сказать? Во-первых, точно намного быстрее, чем в первый раз. И, возможно, в этом и есть секрет. Во-вторых, у нас вот переходник. Ну, вроде как это не влияло никогда на результат. Мы тестили, сходило с параметрами. Но смартфон вот новый, из коробки. Есть предположение, что вот 3-5 полных разрядок и зарядок и будет то, что нужно. Технология новая. Это первый такой смартфон в мире. Так что, ребяшки, ультрабыстрая зарядка 100%, SuperVOOC 240 Вт. Самое приятное, что, во-первых, видите, все цело. Ничего тут, так сказать, не заискрило. Это первое. Во-вторых, он еле теплый, не какой-нибудь там горяченный, не раскаленный, еле теплый смартфон. Я понял, вот эта штука мигает, все из-за этого. Надо было ее выключить. Там есть в меню настройка выключить эту штуку. Вот они, где 3% это наши. Вот они, куда они ушли. Ну, кроме шуток, может быть, так оно и есть. Да фиг его знает, сколько она там подъедает. Так что 100% за 9 с чем-то минут, 9.30, 9 с чем-то, вполне, я думаю, реальные цифры. Все-таки в Realme ребяшки тоже нормально сидят. Они же как-то тестили, все это проверяли и к этой цифре пришли. Теперь следующий очень приятный момент. Кто досмотрел до конца, большие молодцы, большое спасибо. Два конкурса.
Да, сегодня будет два конкурса. Один на Ютубе, второй в Телеграме. У нас есть прекрасный канал в Телеграме, рекомендуем подписаться. Все условия конкурса внизу. Два новеньких смартфона Realme. Если у нас вдруг появится вот такой вот, это нам нужно отдать буквально завтра уже. Если вдруг успеем привезти такой же, подарим такой же. Если вдруг не успеем, подарим похожий. Realme новенький смартфон. Как видите, многие обзоры проходят с некоторыми нюансами. Мы вот в этом обзоре посвятили вас в такую вот нашу служебную кухню. Но самое интересное, что почти 9 минут. 100%. 11 минут 13 секунд. Конкурс стартует. Всем удачи. Спасибо, что посмотрели. Фух, темно уже за окном. Давайте заканчивать. Удачи в конкурсе. Увидимся. Пока.